Я запишу. Давай. Всем приветик, это Enigma 2014-484 и Fake 22 Дэн, и мы сейчас пишем Triple Threat, матч Гробовщик, Шон Майклс и Скала Дуэйн Джонсон, который просто реальный Голливуд. Да, AK, коллега подскажет, AK, Ронни, как он сказал, короче, Робин Кривотрахер, да, из одноименного фильма «Полтора шпиона» вместе с Кевином Хартом. О май гад. Кевин Лоу Оуэнс. Нифига, он как-то взбесился прям вообще. О боже, успокойте его кто-нибудь. If you smell what a rock is crazy. Странный матч пока что получается. Меня слили вообще классно. Да, в самом начале. Блин, намотал удар рукой Рока прям реально. Да ладно, я только сейчас об этом узнаю. Ты постоянно на таких матчах, то есть по таких подробностях, постоянно в последнюю очередь сообщаешь. Да, слушай, я думал, что это только мне тяжело, это оказывается вообще повсеместно, у всех такая фигня. Ронь, как Рокки Кривотрахер. Робби. Будет Рокки Кривотрахер, короче, он же Рок. Вот это да, Тащер Рок. Бля, нифига он так тащит вообще. Жестко прессует Робби Кривотрахер Шона Майклса. Кикин Баттома. Why? Он же не хил. Он же фейс. Брейк. The wall now. Ты так долго реагировал. Are you waking up with me? You're weak. You see me, all the fit. I am the best in all the whole wheel. Как-то так, короче. Я пытался спеть, не вышло. Нет. No, это было бы слишком просто. Фига, Рок уже в теме. Мэнкайн, да. Человечище. Это Остин Рок. Блин, погоди, я думал, ты имеешь в виду, когда он этого Мэнкайн избивал. Застегнул наручниками у него сзади и фигачил стулом. Рок, Рок, харизма в The Rock. В смысле классический? Не, ну он быстрый слишком. Анимацию надо было подправить хотя бы. Третьего не дано. Ого! О май гад, о май гад! Нифига себе, Рок не писает споты. Пока что, походу, Рок выдает годоту, а мы так себе. Джоберы, короче. Гробовщик Джобер, блядь. Это пиздец. Он говорит, думаю, да, если это был бы повторять, бы это не очень. Я надеюсь, не видел, а был Брок через то. Когда ты Робби Кривотрахер, нет. Так, я, наверное, буду разбивать этот комментаторский. Нет, Гробовщик, зачем ты летишь со мной? Алла, что ты делаешь? Алла, что ты делаешь со мной? Йо-йо-йо-йо, что ты делаешь со мной? From nowhere. Штучки from the Basco.
Пугачева и Галкин. Трипл трек. Мейн ивент. Ого. Блин, да он запарился тем клоузлайном. Он запарил лапшу доширак уже раньше всех. Ничего не сливался в желтый. Пожалел? Орка, хотел сказать, рока. Орка, блядь. Орка. Конечно. Да, блядь, чё происходит? Такого ты в итоге будешь ломать ноги, или ты даешь мне силу, направляешь меня и уходишь с моей дороги. Никаких оправданий, никакой жалости, просто старомодная месть. Ну это Росомаха. 2000... Не помню, какой там был фильм, потому что Джимак... Соло такой был, да. Короче. Ну почти. Ладно. Да-да-да. Теперь не смотри, как Крок готовит, а смотри, как Крок лежит. Хочется что-нибудь неприлично спиздануть, но как-то это будет неуважительно к нашим зрителям, дорогим, уважаемым зрителям. Да, дорогим, неуважительно, неуважение к каким-то к нашим дорогим друзьям, которые смотрят на, может быть, нашим зрителям мало лет, которые ходят еще в школьную столовку, мало ли, кто знает. Рок в теме, я не помню. Рок готовит что-то. Специально, да? Я ухожу. Я ухожу. Тебе со мной нельзя. Не могу. Сейчас помню. Я не помню эту песню, как она... Точнее, не помню эту группу, как она называется. Группа, как ты не помнишь, Карина М? Да. Хотел сказать звери, но это не звери, это другая группа. Звери, блин. Эта группа давно распалась. Да, я знаю. Я просто не могу вспомнить, как она называется. Понятно, Карина. Все плывут кораблики, все плывут кораблики. Нихуя! Давай, реверс. Нет! Получаю ластрать, ебаный Майклс, нахуй твою зарплату. А чё, он отпустить, что ли, не мог?